Пока в основании Самарской аллеи молодоженов только два бронзовых именных кирпичика, но со временем весь этот участок набережной превратится в настоящее чудо света. Каждая пара новобрачных сможет прийти сюда и запечатлеть день своего бракосочетания. Сверкающая брусчатка будет украшать площадь от полевого спуска до бассейна ЦСКА ВВС. Василий и Наталья Калмыкова только еще собираются стать супругами. Свадьба 30 июля. Но сегодня они главные герои церемонии. Правда, похоже на Самарское такое чудо света, куда будет приятно прийти, возвратиться, увидеть себя. Еще раз напомнить, что вот наша семья такая же крепкая, как этот кирпичик. Раз я отлили бронзу, это будет тяжело как-то исправить, поэтому раз уж туда отлили, но придется до конца в семье быть. А еще им хотелось бы прийти сюда лет через 10 или 20 с детьми, а может быть и внуками. Тогда этот бронзовый кирпичик станет для них золотым, позволив еще раз пережить воспоминания о дне рождения своей семьи. И что именно им посчастливилось принять участие в торжественном открытии аллеи. Сегодня в Самаре относятся к семье как к великой святыне. Действуют программы поддержки семьи. За воспитание детей вручают награды. Вы знаете, я искренне рад тому, что аллея сегодня открывается. И каждая семья, которая в день бракосочетания захочет увековечить столь замечательное событие, будет иметь возможность оставить символ на вот этой замечательной улице, на нашей набережной, которая является красивейшим местом Самары. А мы, с своей стороны, готовы, конечно, делать все для того, чтобы качество жизни наших горожан неуклонно повышалось, улучшалось, и люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Наш город должен расти, у нас должно рождаться как можно больше детей, и делать нужно все, чтобы создавать условия, чтобы наши дети оставались здесь, в Самаре. Создавая семьи, мы, конечно, с вами закладываем тоже в кирпичики. И кирпичики в основании нашего города, в продолжении нашего города, в продолжении тех великих традиций, которые есть. Оставить семейный кирпичик на аллее молодоженов смогут не только новобрачные, но и все желающие увековечить память о своей семье. В частности, так можно запечатлеть серебряные или золотые юбилеи совместной жизни. Со временем это станет доброй традицией, и чем больше семей будет в городе, тем больше блеска на самой красивой в Поволжье набережной. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События.